Всем привет! Меня зовут Гуля, и я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем Black Media династию. Я собираю урожай ржи. Да, удобрения поделала. Сейчас вначале все соберем, что тут у нас поспело. И будем дальше. Я не знаю, кстати, она... Тут есть урожай, который можно два раза там за сезон собирать. Но рост, по-моему, к этому не относится. Да, она, конечно, каменную. О, коса сломалась. Сейчас, подождите. Пойдемте возьмем. По-моему, была у меня запасная. Если что, сделаем. Я там удобрение-то насобирала. Так, коса. А, серп, да. Вот. Сейчас мы его это поставим. Каменный серп. Посадим все, приведем в порядок и пойдем квестики делать. Так, вот у нас вот это вот поле, да. Надо вообще-то еще тут, я думаю, блин. Вот это нормально подходит или получше сделать? Вообще, возможно, я его сейчас удалю и по новой тут все переделаю. Ну, знаете, чтобы красиво было, как мне нравится. Сейчас вот это вот соберем урожай. У нас тут, по-моему, больше ничего не посажено, надо глянуть будет. И можно будет покрасившее поставить все, чтобы было. Не надо мне тут, понимаете ли, вздыхать. Думаю, до весны мы доделаем и с волками. Вот как же быстро он устает. Так. А вот еще кусками осталось. Давай, не оставляй мне тут. О, еще кусочек. Все, тут не надо вот так и собирать. И все, вроде я тут. Угу. Знаете, что я решила? Наверное, мы... Хотя я вот тут, можно, думала поставить тоже еще один вот этот вот. Как... Да, дерево не буду трогать, пусть остается. И мы перегружены. Сейчас мы выложим. Блин. Семена, кстати, я вообще еще не брала. Все равно мы перегружены. Ладно. О, сколько ржаного зерна получается у нас. Рожь, солома. Это типа тоже что-то делает. Но я их сюда назначила, они ни хрена не делают, потому что им надо назначать работу. Ну, пусть пока лазит. Да. У нас удобрение, получается, своего немного сделала, и там было. Надо как-то распределить, чтобы все зерно высадить. То, что, ну, по максималке. Если что, пойдем еще искать. Ну давай, долго же, долгая процедура. Но я стараюсь сама все делать, чтобы прокачивать все технологии. Ну, конечно, можно крестьян назначить, но все такое себе. Все. Так, ну, подвинься, пожалуйста. Мы сейчас вот сюда зерно выложим. Так, нет, а где оно тогда у нас? Не поняла. А, вот, все, вот так откроем. Вот рожь. Выложилась. Все равно перегруз. Получается, вот у нас гниль 2 осталось, и удобрение вот 52. Ну, я там сейчас буду это все разбираться по чуть-чуть. Давай сюда солому выкинем. Удалю. И по новой поля сделаю. По-симпатичному. Так. Так. Да, тут вообще, блин, придется куда-нибудь растаскивать. Ну, это ладно. Сейчас мы здесь сделаем все. Давай, уничтожь. Вот так. И вот это, пожалуйста, тоже. Все, теперь мы заходим. Здание, посевы и вот так. Нам надо, чтобы дерево тут вот так вот. Пусты эти не нужны. И где-то, думаю, вот так. Угу. Можно в эту сторону вот так, знаете, провести. Но по мне это будет не очень красиво. Я пытаюсь, чтобы оно было выглядело как надо мне. Ага.
У нас получается дерево мешает, да? Так. Сейчас мы тебя сделаем. Посевы. Не мешает теперь? Нет, теперь не мешает. Восемь, девять, так. Сюда. А количество полей на налог влияет, интересно? По-моему, не влияло. Так вот. Вот так. Потом еще одно. Вот так сейчас поставим. Угу. Здесь до сколько будет? Красивенько, чтобы все было красивенько. 4. Восемь. Во. У нас на какой этой кнопочке-то, блин? Мотыга вот. Все. Начинаем по чуть-чуть. И прокачаемся. И теперь я поставила, я думаю, это как бы окончательный достаточно вариант. Я просто те ягодные кусты не хочу убирать, пусть будет. Удобно. Я летом все равно буду опять ягоды собирать, бегать, чтобы гнили получить, пока у нас нету этого свинарника. Сейчас мы вот это вспашем. Надо тоже посмотреть там, поскольку грядки делать. Для начала немножко так. Пока светло надо сделать. На следующий день можно будет это. Нормальная хоть посевная будет у нас в этот раз. Давай, давай, не задыхайся. О, красота. Я, кстати, ходила туда-то налоги платить и забыла попродавать все, что у меня было в сумке. Мозгов хватило, называется. Так, блин, давай. Чисти. Обратно все принесла. Ну, теперь как после посадки пойдем и все продадим. Так. Надо просто еще вещи будет переложить по домам. Ну, в сундуках. Пока я пытаюсь прокачаться. Так. Вот. Давай, давай. Не задыхайся, сейчас доделаем и пойдем помоемся и попьешь. Это будет весело, если я его тут убью. Так, красота получается. Не поняла, тут что сделано уже? Как-то непонятно. Вот сюда. Блин, не задыхайся ты. Все. Да, но, кстати, заборчик пропадает, как все прокачаем. Ну, прочистили. Пойдемте воды попьем. Надо подумать, какие там семена. Ты сильно перегружен? Перегруз этот, конечно. О, рыбак. Сбегай, пожалуйста, вот так, а то сейчас опять будет грязно. И пойдемте, все-таки я удобрение часть выложу, посмотрю, у нас весенние какие там семена есть. Как на более-менее прокачаем, я поставлю все-таки крестьян себе. Вот именно с полем мне очень хочется. Угу. Давай мы сюда выложим гниль и вот так. У нас, видите, еще тут есть удобрение. Мы вот так выложим, чтобы я понимала, поскольку надо сажать. Что у нас получается?
Можно сеять весной, рожь тоже. Как можно сажать? Вот, два семени капуста. Почему так мало? Капуста, ладно. Потом лук. Можно весной 12. Морковь можно сажать весной 29. Мы морковки возьмем тоже 12. Так. Можно сеять осенью. И лен. Пока лен вот так возьмем. Понятно. Где у нас тут? Что получается у нас семена? Где? Капусты 2, лука 12, 24. Так. Как же нам тебя сделать так, чтобы ты у меня поле удобрения? Так. Это я хочу разделительную сделать. Тут надо на 12. Сейчас посмотрим, сколько в ту сторону будет. 2. 3. 4. Вот так вот. Ну-ка, давай сюда сыпь все. А сюда пропустил. Угу. Получается, одно пропускаем и вот так вот. Конечно, может, можно было и рядом, но ладно. Так. Зато смотрится. Ага, все-таки один я вот сюда посадила. Ладно. Вон, видите? Тогда я рядом уж посею, что поделать. Так, это вторая, еще надо одну полосочку сделать, да, получается? Угу, вот это надо доделать. Сейчас мы доделаем вначале вот это. Подожди, 8. Так. Сюда. И можно будет фермера назначить, пусть следит. Мало ли сколько там чего, а то я не успею. Сейчас мы посадим все, а потом будем фермера назначать. Мне капусты казалось больше я купила. Или я где-то мало денег было, поэтому мало купила. Потому что оттуда они, по-моему, не забирают семена. Я надеюсь. Такс. Ага, надо сюда еще семена посеять. Какое-то удобрение. А то что это такое некрасота. Ой, блин, подожди. Удобрение. Вот. Вот сюда. Сюда удобрение. Угу. Все, сейчас мы сюда теперь сажаем. Поле. Капуста. Где у нас два капуста? Вот. Раз. Два. Сюда мы будем... Давайте морковку. Сейчас все засадим. Куда нам деваться-то? Надо же заниматься весенняя посевная, как говорится. А я сюда что? А, это другая идет, блин. Ага, семена кончились, да? Так, что у нас тут еще 12 было? Лук. Да, надо еще рядочек будет сейчас сделать. Сейчас мы вот это все высыпем. Иди сюда. Хорошо. Так, теперь мы
А, не-не-не-не-не. Немножко путаюсь. Вот так. А сюда надо. Удобрение еще есть с собой? Есть. Так. Уже ночь, пока мы тут провозились, конечно. Но это логично. Так. И теперь досеиваем семена, 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 семена лука. Так. Хорошо. Нам осталось... Вот если что, мы сюда капусту посадим. А вот тогда в этот угол надо сделать удобрение. Так. Куда ты засыпал ее? Никуда, это я так нажала, да? Доходи. Надеюсь, оно мимо, если идет, не расходуется. А то обидно будет, что я потратила. Я тут посадки закончила. Ну, сколько получилось. Там у меня, говорит, дома повреждены, блин, надо ремонтировать. И тут у нас целая куча мяса сырого. И почему он не готовит сам суп, тушеное мясо с морковкой, я не знаю. И рыбы дофига. Ой. Так, мы сейчас вот это вот мясо возьмем и сами пережарим, чтобы было. И пойдемте. Да ё-моё. Так, ремонт. Да, вон там и крыши, и это, солому и палки надо взять. Задалбывает, конечно, это все, но что поделать. И тут все перегружено. И у нас, сейчас покажу секунду, палки немножко возьмем. И соломы тоже немножко. И почему-то у нас уже перегруз, блин. Что у нас так висит? Каменная стрела, сумки, не понимаю. Мясо, что ли? Нет, мясо весит. Сколько надо убрать? 3 килограмма. Вот так пойдет? Все. Пойдемте. И у нас 3 ребеночка, оказывается. Смотрите. Вот. И появились. У нас у крестьян уже есть ребеночки, а у нас еще нету. Надо будет потом опять сегодня с рассветом ехать охмурять дамочек. Что это такое? Мы отстаем от всех. Господи, что ж вы сами-то у меня не чините? Кстати, почему строителя нельзя назначить? Бегал бы тут, все подправлял. Где-то тут что-то еще видела. Красным было. Да, вот. Да, блин. Во. Ну да, смена сезона прошла, и все тут это покраснело. Так, все починили. Сейчас глянем. Вот так вот. Дома. Ага. Это что у нас? Швейная. Туда? Что с ней не так? А, там работника нет. Это нормально. Это все нормально. Пойдемте выложим. Миско. Миско, миско, миско. Вот так. Хорошо. И пойдемте тоже на жарочку мяса постанем. Ну да, тут же лестница есть, но это же для не для нас. А-а-а. Не понял. Я что, мясо выложила? Думаю, 120 кусков брала. Куда делась? Я нечаянно, если что. Кстати, вот это тоже можно туда забрать. Вот так вот. А, так. Дрова уменьшаются. Палки есть. Немного почистил, но тут... Ладно. Перегруз будет. Думаю, просто складывать. Не знаю, куда я. Подбери да вытаскивай. А чашки вот сюда. Да, они как съедают, они вот сюда складывают их. А вот это я, главное, не выложу. Ой, ты блин, вот я так всегда. Давай, готовимся.
Наконец-то дожаривает 122 куска мяса, но это, конечно, кошмар. Сидеть на это смотреть. Ну ладно, зато прокачались, он и пить захотел уже. Сейчас будем собирать. Наверное, уже раз. Да, вот уже там говорит такой рассвет. Хотя он такой. Вот сейчас время 2 часа ночи, да. Пойдемте выложим все это вот сюда, чтобы светлее было. Факел включу. У нас тут испорченного ничего нету. Рыба еще и лежит. Ягода вот эта вот тоже долго, конечно, тухнуть будет. Ну ладно, гниль будет у нас. Мы сейчас вот это убираем вначале, прежде чем выкладывать. Вот так. Чтобы проблем не было у нас. Вот чуть-чуть себе оставляем. Немножко подорожничка возьмем. Где он у нас? Еще. Нам последний раз хорошо помог. Так, факелов у нас с собой больше нету. Нет, еще один есть запасной. Сейчас все палки это. Тут и так видно. Ой, воды надо попить. Пойдем попьем по бырику. Лазит. Вот, кстати, я не знаю, почему крестьяне ночью тоже лазит. Вот, смотрите. Лазит. Че он лазит? Мы-то ладно, делами занимаемся. Он че лазит? Выпиваем. Это плохо. Сейчас еще надо будет посмотреть, что там со стрелами выложить. Да хватит задыхаться-то, елки-моталки. Что у нас получается? Да, нам надо вот так вот сделать. И что у нас тут? Корзинку, во-первых, забрать. Каменные ножи. Да, я их сюда кинула, чтобы было. Потом каменные стрелы вот. Так, привозьмем, чтобы... А то с волками такое себе удовольствие лазить. Господи, что ж так не видно-то ни черта. Так, сюда идем. Сейчас мы все выложим, будем смотреть. У нас есть дрова 265. Можно еще дров поделать, чтобы у них было. Палки вон таскают, перегрузы. Ой. Кожу надо вытащить. Вот ножик они тоже сами меня делают. У нас, по идее, самое тяжелое это логи вот эти. Так. Так. Не сильно перегружен, но сейчас поделаю дровишек до утра немножко покидаю. И потопаем. Бежим опять в деревню. Я тут и поделала, и ресурсы взяла с собой на продажу. Надеюсь, уже проснулись. Такой утренняя дымка. Смотрите, туман такой. Красота! А мы уже бежим. Лук взяли, да. Пообщаемся с ребятами, которые висят в воздухе. Так, что я хочу вам сказать? Сноп, гроза красивый, хорошо. Так, больше так. Вашей преданностью. Кто-нибудь говорил, что у вас красивые глаза? Все, мы почти, кстати, наговорили. Может быть, так, одобрение. Прекрасная леди. Замечательное деяние. Ладно. Вот вижу же, что это. А с вами что у нас? Кто-нибудь говорил вас, что у вас красивые глаза? Хорошо. Прекрасно выглядите. Вот у нас получается Бланка к нам очень хорошо относится. А вы, мадама, как? Мы только начали. Но мы на всякий случай. Ага, понятно. И сразу это. А вы, Берта? Сноп. Ой, кстати, с нами тоже так прекрасно выглядите. Цветы красивые. Хорошо, на следующий день, может, у нас что-то и получится. Так. А, девушка вон пошла, которой можно все продать. Здравствуйте, мадама, мы к вам. Покажи мне свои товары. Мука, зерно пшеницы. Можно сеять весной, а можно сеять осенью. Угу. Семена лука. У нас он есть. Морковь тоже. Саженец есть. Солома есть. Саженцы. Ладно, давайте мы, во-первых, вот это тебе продадим. Потом вот это.
И вот это. О, как нам продавали. Семена лука. Можно высадить так, так, так. Лечебная. Нужна сумка. Ну, по идее, у нее сейчас покупать это такое себе, потому что она рядом. Мы у нее всегда сможем что-нибудь купить. А вот то, что нам надо... Не всегда. Ладно. Поболтали. Получается, нам надо... С кем, сказали, они находятся? Это дневник. Сюжетные. В Корника, в Роднике и Тибальт в леснике. Лесник это вот тут. Вот к нему надо доползти. Корника. Корника. Так, мы сейчас Гастовия. Лорника вижу. А это... А, лесник. Лорника. И где там еще получается... Так, Хорника, Ирмина в Лорнике. Так, это где? Хорника где? Борова, Барака. А, это нам вообще сюда, а не сюда. Ого. Ну, давайте вначале в Хорнику сходим. Ёлки, я-то думала... Я попить иду, не искупаться. Там же все плохо было. Ну ладно, мы вроде все посадили. Еда у наших ребятушек есть. И нам получается... Угу. Ну, пошлите, что ли. Да, такое себе. Ну, пойдемте. Не знаю, сколько в этой серии все дойдем туда. Ну, волков по пути мы точно встретим. Главное, чтобы я смогла отбиться. Я-то думала с тем лесником поговорить. Деньги у нас есть, так что, если что, мы как раз еще прикупим, что найдем. Хотя я думала к леснику сходить. Нашему, тому, которого мы... Так, надо левее отсюда. Ну, пойдем. В этот раз мы боевые, лук нормально. На один город у нас точно хватит. Вот задание дали на все, весь сезон, наверное. Судя по всему. Кстати, на весь сезон мы ничего, что в зимнем ходим. И я забыла продать вот эту обувь. Ну ладно. Давай одень вот это. Ну ладно, и в этом ходи. Часто тепло, наверное. Так, что там у нас? Кролик лазит. Но пока светло, днем нормально. Можно хотя бы видеть будет, куда мы идем. А вот как потемнеет, там олени, это уже вижу, вон бегают красавцы наши. Чуть-чуть вот сюда надо. Так, волков пока не наблюдаю. Но тут тоже с прорисовкой альта. Такая себе и функция. Не пищи. Я не за твою душу. Я за это. Мне надо с людьми тут говорить. Так. Стоять. Не вздумай падать. Мы еще жить хотим. Так. А вам вот дорога, да? Не-не-не, давай вот так пойдем. Ты там сейчас навернешься. И будет не очень весело. Мы на дорогу прям вышли, да, получается? Ну да, вот дорожка. Угу. Они вот туда-туда идти. Но тут справа где-то лазил медведь. Насколько я помню, вот как раз соляная же пещера тут. Кирку бы придумать, вот где взять. Я вроде все деревни облазила. Что-то как-то это... Хотя в одной только вот с торгашами не пообщалась. Ну, будем по чуть-чуть. Потом до нее доползу. Да, я помню, что здесь волки где-то встречались. У нас ХП полное, лук есть, и что-то с... кабанчик где-то. Я медленно иду, потому что выносливость на просвет трачу. Так, нам же не туда, нам прямо же? Да, прямо.
На всякий случай проверяю. О, бизончика вижу. Ну, бизончик пусть ходит. Он нам не мешает. Ого, во сколько тут. Он сам на меня кинется, нет? А вот и волк. Где-то еще есть? Волчара. Ты там отлагал? Я не поняла, куда он делся. Ага, вон туда побежал. Да, они тут как-то багуют и перемещаются странно. Идем медленно, потому что нам его надо. Вот он. Вижу. Готов? Боже мой. Ну, баги, конечно, такое себе. Сколько нам надо? Ой! Блин. А как тут? Ёлки-моталки. И все из-за того, что не отменяется действие. Ёлки. Есть еще? Блин, это было нечто. Как вот, почему вот действие, когда вот так делаешь, не отменяется? А если другое оружие брать? Не, бесполезно. А вот так. Сейчас попробую. Надо найти способ скидывать. Скипать. Потому что это не дело. Не, ничего не помогает. Мы еще и грязные. О, господи. Куда нам? Я аж растерялась. Нам в ту, да, сторону? Ага. А здесь мы, наверное, не искупаемся. Я, конечно, попробую сейчас залезть. Но в мелких лужах они не купаются. Хотя нелогично. В ладошке зачерпнул, да мордашечку помыл, как говорится. Так. Куда нам? Сюда, по-моему. Надеюсь, туда иду. Да. Надо привыкнуть, чтобы сразу не собирать добычу, а оглядываться по сторонам. А то такое себе. Чуть не погибли. Так, ну это лисица. Лисица нам не нужна. Если она сама не кинется, она не должна кинуться, наверное. Вот, а в этой воде мы помоемся, нормально будет? Тут вроде много. Сейчас попробую. Подождите. А то я с собой-то подорожников мало взяла. Тихо. Не моется. Не моется. Я попыталась. Да, вот по этой дорожке. И вон деревня вижу. Лисицы. Волков больше нету. Там было три волка. Да, в этом месте они постоянно резаются. Тут воды нету. А, есть, но она в таком месте. Ладненько, пойдемте беседовать с нашим чуваком. Так. Где-то тут торгаш был. Давайте я сразу поговорю. У вас есть минутка. Крестьянка, погода. Так. С тобой как дела обстоят? Все. Одобрение. Так. Где у нас? Они вон там где-то, да? Блин.
Вы ведь Каролина, верно? А с чего бы это? Они с Юни Гостом были племянники Орданы. Теперь я неофициально правая рука старости деревни. Но наш дядя, вероятно, не одобрил бы это, зная, что с чего бы это. Кажется, так, что-то непереводимо. Итак, по поводу налогов. Я так и думал, со всеми предыдущими годами, со всеми последними должен он быть сколотил неплохой. Нет, это не так. Вы знаете, что он собирает это для рода, и они заставляют это делать его в начале года. Это не его и вина, но мы все должны заплатить. Без разницы, я бы отдала, но с тех пор, как я вышла замуж за Леонардо, мое богатство загадочно уменьшилось. Всякий раз, когда я продаю деньги, быстро закон. Но я полагаю, вы знаете Дагобера в Деннике. Да, мы встречались. Простая туника. Он заказал мне две туники и две железных молота у Яна. Вот туника. Он не примет частичную поставку, поэтому вам также нужно доставить ему молотки. Доставьте ему товар, поставьте платежи, как мой на его налогу. Хорошо. Но, так, что-то... Подождите. Дневник. Ага, нам на... А где я ему возьму железный молот? Короче, нам надо два железных молота и доставить их до Габерки. Понятно. А где он живет? Ладно, сейчас разберемся. Теперь. Тут у кого-то квестик еще есть. Вон туда надо. Пойдемте сходим. Они тут сидят, что ли? Так, во-первых, она у нас чем-то торгует. Покажи мне свои товары. Угу, одинаковые. Понятно. Пока. Так, могу вам там чем-то помочь. Продолжить. Животные начали переселяться. Не могли бы вы от них избавиться? Сейчас посмотрим, что там надо от нас. Так, и вон еще короли. А мы же у нее только что были, нет? Ой, господи. А вот еще чувак. Покажи свои корм, удобрения. Угу. Мы немножко в удобрение возьмем. Не перегруза нету. Так. Там лошадь застряла, смотрите. Так. И теперь вот у нас... Ты тут-то в доме? Да. Покажи мне свои товары. Зерно, льна, лен, шерстяная ткань, обычный мешок. Кстати, я же могу продать, подожди. Да не мех, а вот это вот. Обувь. О! А туники надо отнести будет, да? Так, перенаселение животных. Что же квест? Покажите, пожалуйста. Кролик, олень, железный. А, во! Сейчас мы это пойдем. Надо кролика или оленя убить. Так, а здесь где попить можно? Вот. Понятно, туда надо. Пойдемте попробуем. Как раз нам надо будет и попить. И, ну, здесь уж мы будем убивать обязательно всех. Там вон олени бегают. Сейчас мы убивать. Это мне надо. Там железная кирка. Хорошо. Так, ты останавливаться собираешься? Мне тебя застрелить надо. Так, один готов. Нету никого опасного. Стрела туда улетела одна. Сейчас мы... И чё, искупаемся? Сделаем квест. А чё нам остается, правильно? Так. Куда тут надо было водичка слева? Вон, пойдемте. Я, во-первых, искупаться хочу. Где-то кролики были. А, бизончик вижу. Вот этого убежит тоже, да? Ой, блин. Что же вы так быстро бегаете-то? Ладно, пойдемте. Ой, сколько вас реально много-то. У
Готов. Мне интересно, бизон на нас не кинется, а то будет весело. Вроде не кидается. Так, вон они, кролики. Ну, просто легче одного кролика, чем это, толпу убивать. Так. Ну и куда ты? Задолбали. Вот, вижу. Готов. Палку взяли. Так, два кролика как минимум, или два оленя надо. Ага, вижу. Копье моё где валяется. Ну. О, господи. Ты останавливаться будешь или так и будешь носиться? Ладно. Тут вроде тормознул. Сейчас мы ему немножко... Готов. Какой я меткий стрелок. Ага. Так. Еще один. Давайте того пытаться. Там олень, кстати, я вижу. Так. Готов. Все. Сейчас пойдемте разговаривать. Потом, если что, искупаемся. Надо все в порядке очереди делать. Ну-ка. Вот стрела наша. Где тут деревня-то, блин? Туда, да. Пойдемте. Бизончика нету там по пути, а то мы сейчас встретимся. Я не намерена с тобой встречаться, бизон. Просто нам же там полезности дадут всякие. Это очень полезные полезности. Где вход, блин? Я вход потеряла. Давайте. Вон туда, да? Где он там? Туда. Не ты в меня? Так. Канимер какой-то, ладно. Вот здесь, да? Нет? О! Я сделал. Продолжить. Да, нам дали кирпу, железный молот, репутация династии. Изменилось, и это хорошо, очень хорошо. Такие квесты, если попадаются, конечно, хорошо делать. Но их еще надо, чтобы попались. Это получается, у нас мы тут все сделали. Эти квесты вообще нету. А железное это туда надо. Так, что у нас получается с Эрминой надо поговорить. И Теобольд. Еще бы соль найти где. Угу. Нам надо домой, если идти. Потому что все равно нам надо вот сюда. Это значит, нам надо домой идти. И у нас еще квест дом. Доме квест там это. Чувак просил бурдюк. Но у нас пока льна столько нету, сколько они хотят. Так что, потопали домой. На этом буду заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, ставить лайки и подписываться. Всем пока-пока.